Леонид Агутин, Федор Добронравов. Сыгранный пока, не начавшийся спектакль, безымянная река, неудачное сравнение, словно маленькая ложь, непослушное видение, без которого живешь. Этот снег пока не тает и к подножью не течет, эта птица не взлетает и не падает еще. Это словно бы по правде, только словно бы не в счет. Нет ни счастья, ни тревоги, ни слезинки на глазах, не повернуты дороги предисловием назад. Это милое явление невесомой красоты, ни безумного падения, ни отчаяния пустоты. Неисчерпанная близость, не пугающая даль, не волнующая радость, не манящая печаль. Ничего пока не жалко, никого пока не жаль. Как молчание богато и невнятен разговор, этот камерный театр смотрит окнами во двор. На заклеенной афише еле виден силуэт. Если ты чего-то слышишь, кроме просто да и нет. Утомленное плетение, полувзгляд полутонов. Этот мир не откровенен и, увы, давно не нов. Но однажды он восстанет и падет безмолвно ниц. Вот тогда-то и не станет тайны склеенных страниц. Не сценарий удивляет, а один отдельный взгляд. Эти роли не читают, их играют наугад. Это маленькая тайна первостанной красоты, существует не случайно, хоть случайность это ты. Все качаются на ветке и пытаются упасть эти маленькие детки, эти рифмы как напасть, эти строчки на салфетке про нешуточную страсть. Этот мир не откровенен и, увы, давно не нов. Но однажды он восстанет и падет безмолвно ниц. Вот тогда-то и не станет тайны склеенных страниц. Вот что значит драматургия. Спасибо. Скажите, пожалуйста, откуда идея такого номера? Леонид Агутин. Леня, да? Вы каждый раз говорите, что Агутин. А что вашего в этих номерах? Ничего, только голос. Так и думали.